Новая точка притяжения скоро появится в Супонево. Местные жители об этом просили давно. И вот подрядчик вышел на объект. Завозит необходимые строительные материалы. До конца этого года проведет расчистку леса, подготовит основания для дорожек. Весной приступит к монтажу павильона, обустройству парковок и озеленению. Компания надежная. Надеюсь, что у нас с вами тоже не возникнет проблем. Но материалы будем все руками трогать, проверять. Площадь новой парковой зоны 35 гектаров. Создатели обещают, скучно никому не будет. Для спортсменов сделают скейт-парк и памп-трек. Для родителей и детей – игровые городки и кафе. Большим плюсом станет отдельный въезд со стороны ЦКАД. Карина Еряшева, телекомпания «Одинцова».